Вот так лучше. Значит, ребята, сходили мы вчера на фильм «Лед 2». Комментарии по поводу фильма. Я еще не смотрела. Наконец-то попали, да? Взяли, значит, с собой чипсов, немножко водички, устроились поудобней, ну и, собственно, начали смотреть. Фильм очень эмоциональный. Для меня он был какой-то даже тяжелый. Переживания вот этого вот главного героя я все как-то на себе ощутил. Так что, кто еще не посмотрел этот фильм, обязательно сходите и посмотрите на него. Вот, кто еще не сходил, обязательно посетите кинотеатр, возьмите чипсы, возьмите колу, усядьтесь поудобнее, так же, как это сделал я, и начинайте смотреть этот фильм. Что бы хотел сказать? Не ходите в кинотеатр только в том случае, если вы не видели первую часть фильма, иначе будет непонятно. Вот, первая часть фильма тоже крутая, советую посмотреть. В общем-то, время провел очень замечательно со своей любимой, мы вдвоем на 14 февраля, все как боженька завещала, сказала отдохнуть, мы отдохнули, вот. Решил для вас просто записать ролик, как типа... какой-то... Да это не обзор этого фильма, это просто о фильме, впечатление. Так что смотрите, делайте выводы, думайте, идти вам на фильм или не идти, но фильм очень хороший. Хотя если вы не любитель мелодрам, но я тоже не любитель, но я сходил. Так что кто еще не смотрел фильм, обязательно посмотрите. Вы были на канале Валдис Лайф. С вами был я, Валдис. Всем пока.